друзья, сегодня у нас в гостях любимец болельщиков, полузащитник футбольного клуба «Кичи» и первый туркменский легионер в чемпионате Гонконга Руслан Мингазов. Руслан, здравствуй. Здравствуйте, спасибо, что позвали. Я думаю, что Туркменпортал — это одна из просматриваемых информационных новостей, и в том числе я слежу через вас за всеми новостями. Спасибо, что пригласили, я очень рад здесь находиться. Руслан, по итогам прошлого сезона «Кичи» выиграл чемпионат, Кубок Гонконга и трофей «Гонконг Senior Shield». Поделись впечатлениями от первого трепла в карьере. Ну, это незабываемые эмоции. Я думаю, что эти ощущения, что я почувствовал в этом году, это непередаваемая радость, которую я испытывал, моя семья. И я думаю, что я старался поделиться не только со своей семьей, я старался поделиться со всей родиной своей. Я взял флаг, я бегал с папахой и так далее. В общем, я по максимуму ощутил радость и думаю, что вот этот первый раз, он не будет последним, и что в дальнейшем тоже будут такие моменты, потому что эти моменты, они запоминаются, они остаются у тебя в памяти, и вот эта радость, она переполняет тебя, твоих близких и все, кто радуется за тебя. Ты также стал лучшим игроком сезона в чемпионате Гонконга. Что тебе помогло так хорошо адаптироваться в первый же год в Гонконге? Да, когда я ехал туда, это было все-таки так непредсказуемо. Это новая страна, другой футбол, можно сказать, и были волнения. Но с первого дня я чувствовал поддержку, с клуба, я чувствовал поддержку от своей семьи. И в первом же матче удалось в Лиге чемпионов Азии забить гол, выиграть игру. И я думаю, вот этот старт мне помог, наверное, в дальнейшем, потому что мы вообще вышли в 16 лучших команд Азии в истории, и в Гонконге такого не происходило. И я думаю, что после этого я почувствовал уверенность, я почувствовал, что я на том месте, где я должен быть, что все будет хорошо. И, конечно, поддержка клуба, поддержка семьи – это очень важно. И так и получилось. А как у тебя обстоят дела с китайским языком? Были ли какие-то сложности или у тебя есть переводчик свой? Так как Гонконг – это бывшая британская колония, все говорят на английском, а я владею разговорным. И у меня нет никаких проблем, я, в принципе, общаюсь. Но у меня в клубе такая ситуация, что у меня здесь 7 бразильцев, и, оказывается, надо было учить португальский, а не английский. А есть желание вообще выучить китайский язык, допустим? Он очень сложный, и так как нету такой прям необходимости, может быть, если бы, как в Чехии, например, мне надо было, потому что в Чехии очень мало футболистов говорили на английском, и все-таки чехи, они хотят, чтобы учили их язык. Я выучил разговорный чешский тоже, и не было необходимости в Гонконге учить китайский, поэтому я его и не учил, и отлично себя чувствую с английским. Что самое необычное и интересное для тебя в жизни в Гонконге? Футбол, трафик, может быть, еда? Да, это такой мегаполис, там просто жизнь кипит, очень много людей, вот это каждый день ты видишь большое количество людей везде в городе, в метро там и так далее, где бы ни было. Поэтому для меня это вот эта бурлящая жизнь, которая постоянно в движении, и ты двигаешься вместе с ней. Для меня было, наверное, первое впечатление, это что там есть все, там есть горы, там есть море, там есть развлечения, там есть все, что тебе надо, что тебе по душе. Поэтому если у меня есть настроение, я иду в горы. Если у меня хочется поплавать, я иду на пляж. Если мне хочется спокойствия, я иду в какой-нибудь красивый парк. Поэтому в Гонконге вот это разнообразие того, чего ты хочешь, она очень большая. И каждый находит то, что, чем хочет заняться, что ему по душе, и вот это радует. То есть ты любишь и активный отдых, и также побыть в уединении тоже? Конечно, конечно. Я думаю, что иногда нам надо наоборот себя заставить что-то сделать, а иногда просто хочется полежать, подумать, записать какие-то свои мысли и так далее, планы. А что насчет еды? Ты привык к китайской еде? Есть ли любимое блюдо, может быть, уже? Ну, китайский прям я не привык, там разная еда, ты можешь найти любую еду, какую ты захочешь. Гонконг разнообразен, и в принципе нету проблем, если ты хочешь китайскую, ты можешь ее найти. Но как таково, я не ем много китайской еды, если не дома, то какой-нибудь японский. Мне нравится японская кухня,
французская, итальянская, в принципе, вот. Ты же, наверное, держишь какую-то диету, у тебя рацион. Конечно, конечно. Футболист, он все-таки, в первую очередь, это режим, который ты соблюдаешь, ты питаешься, ты спишь, ты работаешь. Поэтому даже у нас тренировка, потом у нас обед на базе, поэтому даже не ты следишь, а больше даже клуб следит за твоим питанием, как ты питаешься. Ты единственное ужинаешь дома, а завтрак, обед ты проводишь с командой, где полностью шеф-повар и так далее подготовили для тебя все, что тебе можно и нельзя. А почему ты выбрал Кичи? Были ли другие предложения на тот момент? И кто сыграл ключевую роль в этом выборе? У меня появилась возможность продолжить также в Казахстане выступать, где я и выступал раньше. Появился вариант с Гонконгом, с Кичи. И как Ая, моя супруга, говорит, что как только ты мне озвучил, что интересуется гонконгский клуб, у тебя загорелись глаза, ты пошел сразу тренироваться в отпуске. И что, наверное, вот это первое впечатление внутреннее, оно мне помогло, что я почувствовал, что я должен туда уехать. Ты не жалеешь о переходе? Сейчас нет. Поначалу, я говорю, было волнение, но я говорю, то, что жена, то, что семья, и вот это все мне помогло. Главная поддержка. Да, главная поддержка, которая сказала, что это будет правильно, это будет нужно, и вот так и получилось. До Гонконга ты играл в чемпионатах Туркменистана, Казахстана, Латвии и Чехии. Можешь рассказать, в чем разница и где более развита инфраструктура? Может быть, где-то было легче играть, где-то тяжелее? Вы знаете, я на протяжении 14 лет играю за границей, как уехал с Туркмении. В 2008 году мы стали чемпионами с клубом Ашхабад в Туркмении. И после этого рижский Сконта заметил меня, приезжая к нам на турнир. И вот с того момента я уехал, играл в Латвии, как вы сказали, играл в Чехии, играл в Казахстане, играл в Гонконге. Конечно, везде разные условия, разный климат, разные страны. Например, Казахстан был слишком большой, бывало, ты летишь целый день на выезд. Что не скажешь о Гонконге или Чехии? В Гонконге это один город, где ты перемещаешься, и любая выездная игра – это как дома. В Чехии, ну, самый долгий – это 5-5,5 часов было на автобусе ты едешь. А вот Казахстан был самый, наверное, тяжелый в плане перемещения, в плане того, что… Разница, погода, наверное. Да, погода, разница, очень холодно зимой. Все-таки в Гонконге это постоянное лето, где тебе комфортно. Конечно, бывает очень жарко летом, очень влажно, тебе тяжело. Но потом как бы привыкаешь к этому и уже более нормально. В Латвии тоже холодный климат. До апреля, до мая играют в закрытых помещениях, потому что очень холодно. Ну, в принципе, Чехия, Гонконг – комфортные условия для игры. За последние 3,5 года ты побывал в разных странах, но не было возможности приехать домой. Расскажи, как за это время преобразовался наш город, первые впечатления твои и как проходит отдых в целом? Да, очень долгое время не удавалось приехать, и это, наверное, самая большая тревожность, которая была за последние годы, потому что здесь мой дом, здесь я вырос, родился, и мне было необходимо приехать сюда, потому что это мое гнездо, где я могу всегда приехать, всегда ощутить себя как дома, пройтись по местам любимым. Поэтому Ашхабад, как бы он ни преображался, он, конечно, очень красивый, и я люблю его. Но это в первую очередь это мое гнездо, где я приезжаю, я могу спокойно находиться. И в целом моя семья очень хорошо себя чувствует здесь. Здесь наша родина, наши родители и так далее. Поэтому за эти 3,5 года мне не хватало. Не хватало наших людей, наше гостеприимство, наши вот эти веселья. И поэтому я очень рад. Я очень рад, что я дома сейчас, в окружении близких. С людьми, которыми я сейчас встречаюсь, все поздравляют, все говорят спасибо. Многие говорят, конечно, есть те, кто не говорит, но в основном очень много положительных эмоций я получаю, чтобы зарядиться на новые победы в будущем. Поэтому Туркменистан – это, конечно, это самое сердце. Тебя привлекают к играм за сборную Туркменистана последние 15 лет, но при этом ты постоянно играешь за границей. Как тебе удается совмещать?
Да, я хочу объяснить для любителей-то это знают, а вот не любители футбола, многие не понимают игру, не понимают всех деталей. Хочется им объяснить, что я играю на протяжении 14-15 лет за границей, и я играю в клубах. В разных клубах разных стран, но это не значит, что я не выступаю за сборную Туркменистана. Я хочу сказать, что сборная – это всегда сборная. Я никогда не смогу играть за другую сборную. Сборная Туркменистана всегда будет моей сборной. И в каком бы клубе я ни играл, всегда есть вызовы в сборную. Когда время играть в сборных, тогда я приезжаю в Туркменистан или где мы играем на выезде. Я всегда с радостью еду. И хочу сказать, чем больше будет ребят уезжать в разные клубы, тем будет сильнее сборная, потому что это будут разные чемпионаты, у них будут разные клубы. И мне хочется, чтобы больше ребят уезжало в клубы, но в то же время, чтобы мы собирали сборные, и наша сборная становилась сильнее. Кстати, про это вопрос. Какую пользу принесет для сборной Туркменистана, если ребята будут уезжать и участвовать в разных чемпионатах? И в какие чемпионаты ты бы посоветовал им ехать? Я думаю, что вначале ты должен поехать в какой-то более доступный чемпионат, который будет ближе к тебе, который даст тебе трамплином. Как я уехал в Латвию, зная, что я не хочу там оставаться в Латвии, но это будет хорошим мне опытом, что я смогу дальше куда-то уехать, как я уехал уже дальше в Чехию, более серьезный клуб. Поэтому, если есть там возможность уехать в ближнюю страну, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, также есть возможность уехать в Европу, там Латвия, Эстония, Литва, Чехия, не знаю, что бы ни было, если есть возможность, я бы советовал, потому что любой чемпионат, он даст тебе опыт, он даст тебе какие-то новые видения игры. И как и главный тренер, как и я, мы считаем, что если будет, чем больше ребят будет играть за границей, тем сильнее будет сборная. Но, конечно, в совокупности с нашим чемпионатом, конечно, большинство будет отсюда. Но если будет 5-6 человек и за границей, это только сплотит нас и сделает нас сильнее, я думаю. Какой клуб ты пошел бы без раздумий, если получил приглашение прямо сейчас? Я думаю, что я пошел бы в любой клуб из топ-5 стран, которые сейчас. Это Италия, Англия, Германия, Франция, Испания. Германия, наверное, топ-6 тогда давайте. Из этих клубов, если бы поступило предложение, я, наверное, пошел бы без раздумий. Но сейчас я более сделал акцент для себя на Азию и стремлюсь к какой-нибудь, если даже Япония, Корея, это было бы большой возможностью показать себя еще более дальше. А не было вот прям с детства какого-нибудь желания сыграть в определенном клубе? Вот прям мечта такая. Да, старая сеньора. Это Ювентус, мой любимый клуб детства, потому что в детстве я очень часто смотрел игры и болел за Дель Пьеро. Он мне симпатизировал, и я очень люблю этого игрока. Поэтому, видя, как он играет, всегда стремился тоже повторять. И это, наверное, детский такой кумир. Сейчас уже такого нету, но в то же время я хочу сказать, что все люди должны стремиться, должны мечтать. Я бегал по нашим полям туркменским один с мячом и всегда думал, вот я играю в Ювентусе или я играю против Ювентуса, там Туркменистан, Италия, последние минуты. Ну вот эти какие-то фантазии детские, они потом все равно дают свои плоды, хоть я и не в Италии, но я всегда старался идти по своей дороге, свой путь. У каждого будет свой путь. Мой путь такой, и я хочу, чтобы этот мой путь открывал дорогу еще нашим молодым ребятам, которые будут идти своим путем. Это очень важно. Они должны видеть, что все возможно, что и даже больше. Больше возможно. Это только начало. У нас тоже должны быть свои примеры для подражания. Да, поэтому я говорю, что нету предела в мечтании, нету предела в возможностях. Ты есть у себя, и это самое главное. Работай над собой, и у тебя все получится. Кого из игроков, действующих или уже завершивших свою карьеру, ты считаешь лучшим другом? И с кем из игроков больше всего общаешься в Китчи? Поддерживаешь ли связь с Дани? Мы все его ждем, когда он приедет в Туркменистан. Да, этот ролик с Дани, он, конечно, многие мне писали. И Дани – это мой друг, да, один из близких, в плане того, что когда он был в Чехии, я ему помогал с переводом.
Он говорил мне на русском или на английском, а я переводил ему, старался помогать в клубе с первого дня, как он приехал. Руслан Ротань и Дани, это, наверное, вот с Чехии, которые остались друзья. Но еще есть, конечно, русские парни, Камличенко, Караваев, с которыми я тоже общаюсь. В принципе, я тоже жду Дани, он все мне обещает, что приедет. Но я надеюсь, что следующий, может, мой приезд, мы сделаем ему визу, и он приедет все-таки. Сыграем какой-нибудь матч. И даст нам интервью также для интернет-портала. Обязательно. Мы вдвоем здесь сядем. Можешь ли дать пару советов молодым семьям? В чем залог крепкой семьи? Если давать совет лично мой, то я сказал бы не останавливаться. Не останавливаться. Что бы ни происходило, любые времена, они проходят. Тяжелые времена, потом наступают лучшие времена. Также можно сказать и про карьеру. Моя карьера, она очень короткая, но единственное, что потом у нас остается, это история, как я уже и раньше говорил, это история, которую ты пишешь. Потому что мое имя и имя, кто бы ни был сейчас на пике или где-то, его забудут со временем. Но останется то, что ты сделал, и вот... Если люди думают, что вот его забудут и все, нет. Мои дети, мои внуки и какая-то история, которую я пишу, она останется, и она останется навсегда в памяти Туркмении. Я часто говорю, что я это делаю для себя, для семьи, но нет, я делаю и для страны тоже. Я очень часто говорю о своей стране, очень часто пишу, я люблю свою страну. Поэтому я думаю, что если делать что-то, то надо делать это с любовью. Вот такие, наверное, эмоции и отношения к делу я испытываю. Что я делаю это, я не останавливаюсь, я это делаю с любовью. Планируете ли вы еще детей? Хотел бы иметь сына, дабы он продолжил твое дело? Ну, конечно, у меня были мысли. Я думал, что если будет сын, он тоже будет играть в футбол. Но у меня две дочки, вы знаете, я люблю их очень сильно. И у меня нет сейчас такого, что прям я горю желанием там сына. Если Бог даст, может быть и будет, но я нет такого, что прям вау, вот сейчас давай еще, нет, такого нету. Конечно, например, взять пример моего отца и меня, такая забавная история, что папа уже заканчивал карьеру, а моя карьера только начиналась, и мы встретились в первой лиге против друг друга. Папа уже думал заканчивать с футболом, и получилось так, что моя команда обыграла папину команду, и после игры папа подошел ко мне и сказал, что вешает бутсы на гвозди, потому что заканчивает карьеру, потому что я сын, перерос отца, и теперь это мое дело продолжение. И вот с того момента я продолжаю род Мингазовых на футбольных полях. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? Счастливым? Я думаю, что я считаю себя счастливым, потому что я стараюсь делать все для своей семьи, для себя. Я счастлив, потому что я могу каждый день просыпаться и могу каждый день заниматься любимым делом, могу встречаться с любимыми людьми. У меня две дочки, у меня семья. Поэтому счастье, оно по-разному оценивается, у каждого человека оно по-разному. Но в моем понимании, я думаю, что я счастлив, потому что вот эта внутренняя гордость и внутреннее какое-то облегчение вот на данный момент, что я дома, что у меня есть за спиной какие-то победы, что у меня все вокруг, что меня поздравляют, что сейчас я чувствую себя счастливым, да, можно так сказать. Расставь свои приоритеты. Карьера, деньги и семья. Карьера, деньги и семья. Семья, карьера, деньги. Потому что у меня с детства моя мама, мои родители, они всегда, на их примере я видел, как дорога им семья, как они относятся. И поэтому семейные ценности очень важны для меня. Очень часто мама разговаривала со мной, говорила, вот так не делай, сынок, так делай. И иногда она сейчас меня спрашивает, почему ты так себя ведешь, почему ты так делаешь? Я говорю, мам, это плоды твоего воспитания. И она радуется, потому что она гордится мной. И я счастлив, что мама гордится мной. В
потому что пока живы наши родители, это можно. Вот ты же спрашивала про счастливо, счастлив ли я. В первую очередь я счастлив, потому что мои родители живы. И я могу ощутить полное счастье. Без родителей не будет такого полного счастья. Поэтому я сейчас счастлив, потому что мои родители живы и здоровы, если мы убираем все вокруг. Как вы с семьей проводите свободное время? Здесь или в Гонконге? Вообще в Гонконге. Давай возьмем в Гонконге. Ну, в Гонконге мы четвером. Жена и дочки. И мы часто гуляем. Возле нас очень красивая набережная, по которой можно гулять. Там аллея звезд, отпечатки пальцев всех звезд. И, ну, недавно ее построили, очень крутая набережная. А так море, пляжи, горы. Дети, конечно, не любят, но мы с женой любим гулять, подниматься на какую-нибудь высоту там крутую, сфоткаться. Наверное, так. А здесь мы почти детей не видим. Дети сказали, вы нам за год надоели. Давайте мы побудем там у бабушек, у тети и так далее. Поэтому у нас сейчас такой отдых. Каждый пытается насладиться этим моментом с родными и так далее. Поэтому сейчас более такой у всех своеобразный. Все по-своему. Назови по памяти дни рождения жены и дочек. По памяти? Да. 14 июня, завтра у жены день рождения. Поздравляю. Поэтому я помню. У Ясминки 5 ноября, а у Мелиски 7 февраля. Айгуля, твоя жена, очень творческий человек. Мы знаем, что она организовала выставку своих картин в Гонконге. Ты помогал ей в этом? Мы приехали туда, и было так сложно. Ей некоторые люди говорили, что ну, с Гонконги вообще нереально, у тебя ничего не получится, сольная выставка, нет, это нереально. Но она поддерживала меня, и мне еще больше говорили люди, что у меня ничего не выйдет никогда, и я никогда не стану футболистом. Поэтому, зная на своем примере, конечно, я говорю, у тебя все получится, ты все сможешь, и это общая вот эта как бы поддержка, как она мне, так и я ей. И я очень горжусь ею, что она смогла провести сольную выставку. Пришло очень много людей, и также даже пришел главный тренер мой с женой там, и супругой. Пришли некоторые футболисты, и за что я тоже благодарен, потому что это тоже поддержка моей команды, моих близких. И если такой сплоченный коллектив, то я думаю, что и, конечно, ее друзья, ее там эти потом люди, которые вообще не знают нас, увидели. И эта выставка, она же, если вы посмотрите картины, она, в принципе, о Туркмении, да. О лошадях, о наших женщинах, о свободе, о птицах, о украшениях. И поэтому я думаю, что каждый, кто увидит эти картины, найдет что-то для себя. Да, я наблюдаю за ее страницей в соцсетях, мне очень нравится. Она очень творческий мне человек, интересный. И вот выходит из этого вопрос, как уживается человек творческий и спортивный? Да, это очень... Мы вообще разносторонние. И поначалу я не понимал ее, она не понимала меня, в плане того, что профессии очень разные. Но даже в творчестве и в футболе есть что-то общее. Например? Например, когда ты выходишь на поле, на тренировку, на игру, ты погружаешься в игру. Ты играешь, ты не думаешь, вот даже если у тебя будут все проблемы мира до этого, в момент, когда ты играешь, все забывается. Ты увлечен. Ты увлечен. То же самое в творчестве. Она садится, она начинает рисовать, и что бы у нее ни тревожило, что бы ни было, она находит свободу, легкость, вдохновение вот в этом. Я думаю, вот это и есть, что нас, наверное, и соединило. Но, конечно же, мы соседи, мы учились в одной школе. Поэтому это тоже как бы дало о себе знать, как мы встретились. Ты живешь по планам, ставишь цели, достигаешь их или больше спонтанных решений? Если брать какие-то высокие цели, они у меня есть. Но вот если взять, что ты будешь делать завтра, я тебе не отвечу. Мне всегда я говорит, как так можно? У нее там на блокноте расписано все за неделю, что она будет делать. А ты что будешь делать? Я говорю, завтра скажу, что я буду делать. Я не могу сказать, я могу сказать, что я буду делать через час, через два, через три. А вот что я буду делать завтра, я не знаю. Я как-то вот в этом плане я живу сегодняшним днем. Я живу, что хочу. Вот я знаю, что я буду делать сегодня, чем я буду заниматься. Но есть цели, например, футбольные, карьерные там, и так далее.
что я рассчитываю, ну, я ставлю цели, я прописываю их, но вот такие мелкие я вот не могу. Импровизация? Нет, у меня импровизация полная. В футболе ты такой же? Без этого никак. Иногда мне главный говорит тренер там, будь спокоен, потому что вот, ну, в Гонконге игроки, они более такие послушные, спокойные, а я такой эмоциональный. У меня вот это есть взрыв, вот это, я могу взорваться там, ну, в хорошем плане. Как же дисциплина в спорте? Нет, эмоциями. Эмоциями могу перегибать чуть-чуть. Но без этого я бы не был там. Я бы не смог играть в футбол. Я считаю, это черта характера. И этот характер помог мне чего-то добиться, а значит, он мне помогает больше, чем там какие-то моменты, когда меня, например, там осуждают или ругают. Расскажи о своем самом главном страхе. Самом главном страхе? Да. Ну, теперь я уже боюсь разделяться со своей семьей. Я стараюсь, чтобы она всегда была рядом. И страх иногда бывает, вот когда я куда-то лечу, а они где-то там, и бывают какие-то дурные мысли, но, в принципе, я столько летаю, что мне лучше не стоит бояться. Ну, самый сильный страх – это, наверное, когда ты разделяешься с семьей, со своей, которой ты родился и с которой ты живешь. В принципе, разлука, потому что я очень много был в разлуке. Я уехал в Латвию, долгая разлука, плакал поначалу, потому что мне 17 лет, я еще был мальчиком, я еще не был тем, ну, как бы, не был мужественным, так сказать. Я еще только начинал, но это меня закалило, и я рад, что меня родители отпустили, потому что очень часто родители держат своих сыновей, потом от этого страдают, и я рад, что мои родители, они отпустили меня. Они отпустили меня в свободное плавание, иди, строй свою жизнь, хочешь, играй в футбол, хочешь, учись. Я также закончил Балтийскую академию в Латвии, и у меня высшее образование, так что, в принципе, вот этот момент, 5 лет в Риге, он помог мне стать мужчиной, стать взрослее и не зависеть от родителей. Были когда-либо сомнения, правильный ли путь ты выбрал? Мой путь, он всегда правильный, это мой путь. На все, что я наступил, на все грабли, на все ошибки, это мой путь, это все правильно. Все так должно было быть, без этого не был бы я. Вот все, что сформировалось сейчас как личность, это то, что я шел по своему пути. Допустим, если бы не футбол, чем бы ты занимался? Такой вопрос, который очень часто задают, если не футбол. Вот ты, например, занималась бы чем-то всю жизнь, и тебе сказали, а вот если бы не это, чем бы ты занималась? Но я могу себя видеть в каком-то направлении спортивном, в том же футболе, но я не могу видеть себя сейчас, потому что, когда ты концентрируешься, ты живешь этим каждый день, ты не можешь ответить, чем бы ты занимался. Я не знаю, может, поваром был бы, не знаю. Я не могу ответить, но я был бы так же хорош в этом деле, чем бы ни занимался. Я уверен в себе. Это очень хорошо. Что бы ты сказал себе ребенку, была бы у тебя такая возможность? Сказал бы в 2020 году, в марте, забери семью в Казахстан. Один не езжай. Только это? Ну, это больно было. Это был тяжелый момент. Сколько лет вы были в разлуке? 1,5 года. Да, это много действительно. Стать лучшим футболистом – это больше про талант или усердную работу? Стать лучшим – это вообще очень сложный процесс, потому что это оценивается твоя работа целый год. Целый год каждую игру ты должен доказывать, что ты лучше всех остальных в лиге, в чемпионате, в стране. И поэтому это очень большой труд. Все, и это стремление, и это талант – это все должно соединиться. Чтобы был какой-то успех у человека, должно очень много факторов сложиться. Если этого не будет, хоть один винтик отпадет, все, ты упал, ты сломался. Поэтому все, что произошло сейчас, я очень горд за себя, потому что я дошел до этого конца. Я очень долго к этому шел, я хотел этого. И я очень рад, что я этого добился. Потому что добиться этого в другой стране, чтобы тебя оценили в Гонконге, а ты там туркмен, и тебя оценили как лучшего игрока этой страны, это надо быть очень-очень-очень-очень много работать и доказать, что ты реально лучше. Тебе не отдадут. Всего, кажется, 2 случая, когда давали
легионеру в Гонконге лучшего игрока года. И когда ты там в их числе, это просто зашкаливает, не знаю, пульс и так далее. Поэтому я очень счастлив, я очень рад. И я говорю, это история, которая с тобой останется, и никто у тебя ее не заберет, как бы ни хотел, не заберет. Вот ты проживал во многих странах, в какой бы стране хотел бы еще пожить? Мои все страны — это моя футбольная карьера. Не так, что я где-то живу прям намеренно. Это мой футбольный путь, и своей семье я сказал сразу: у вас один вариант — быть там, где я. У вас не будет, ты не сможешь работать, где ты хочешь. Тебе придется всегда подстраиваться и делать что-то свое. Но я рад, что у нее такая работа, что она может гибкий нее график. Это хорошо получается. Да, она может везде подстраиваться. У нее там картины и в Чехии покупали, и там и мастер-классы, и в Казахстане, и сейчас в Гонконге. Поэтому я рад, что она тоже находит себя. А Гонконг сейчас самый оптимальный вариант. Очень круто, мне нравится там жить. И я думаю, что у меня контракт до 2025 года января. И мы с радостью будем там, я думаю. Дай 3 совета молодым футболистам. Ну, можно дать совет, чтобы мечтали, шли к своей мечте и упорно работали. Я думаю, эти 3 вещи, когда ты планируешь что-то, ты очень горишь этим и ты добиваешься этого. Это 3 вещи, которые тебе пригодятся в жизни. Я думаю, что многие посмотрят этот выпуск, потому что каждый найдет что-то свое, и каждому будет приятно или не знаю. Если кто-то посмотрит этот выпуск и найдет что-то полезное, это уже будет успех для нас с вами, потому что люди должны знать, что это не легкий путь, что футбол – это вообще травмоопасный вид спорта, и что это все непросто. Некоторые родители там говорят: зачем, не надо, не убивайте мечту ребенка, пусть он живет своей жизнью, пусть он живет тем, что у него есть. Если он любит футбол, пусть он играет в футбол, не мешайте. Потом в итоге вы сами будете жалеть. Я за то, чтобы ни один родитель не лез в жизнь ребенка, куда ему идти и как. Пусть отпустите, особенно мальчика, отпустите, пусть он найдет себя сам. И тогда, я думаю, он найдет, и вы будете счастливы вместе с ним, что он нашел себя. Такие напутственные слова от тебя прозвучали. Прекрасное завершение нашей сегодняшней беседы. Очень интересно было тебя послушать, узнать тебя получше. У нас для тебя небольшие подарки в честь благодарности от нашей команды «Туркменпортал». Спасибо большое. Очень приятно. От кафетерия «Катмер» сладкий подарочек. О, придется спасибо. Нарушить диету. Да, на один день. Также я хотел бы, в свою очередь, отметить вас еще раз. «Туркменпортал», я думаю, это самое читаемое. И вообще, я думаю, многие за рубежом смотрят вас и видят. Продолжайте так же и лучше еще. Я вам желаю всего самого лучшего. А также я хотел бы вам предоставить вот такую футболочку. Это новый сезон, она в эксклюзиве, больше ни у кого нету. И до следующего сезона ни у кого и не будет. Так что даже у меня... Ты серьезно? Да. Специально для «Туркменпортала». Новый сезон, майка. Это я надеюсь, круто. Вы ее повесите где-нибудь на видном месте. Также у нас есть такая традиция: в конце передачи мы берем у всех автографы. Пожалуйста, можешь написать пару слов даже. Да, как раз я маркер с собой принес.